Сбербанк вручил первую социальную карту «Приморец». Ее обладателем стал почетный житель Владивостока Геннадий Турмов. Сам виновник торжества считает такое внимание к себе не вполне заслуженным. Однако все присутствующие уверены, заслуг Геннадия Петровича перед жителями края не перечесть. Поэтому именно его выбрали для вручения первой социальной карты «Приморец», выпущенной Сбербанком. Дизайн, конечно, прекрасный. Но не только дизайн, но и все льготы, которые предоставляются. Я сначала даже и не думал о том, что нужно соглашаться. Это событие стало стартом выдачи карт Сбербанка льготным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края. Оформить социальную карту можно в любом отделении Сбербанка. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. Карточка обладает уникальным дизайном, который был выбран путем народного голосования на электронных ресурсах. Плюсом у карточки есть специальные идентифицирующие ее знаки, которые отличают эту карточку и позволяют торговой сети точно идентифицировать получателя тех или иных льгот. Любому пользователю, который попадает в список социальных категорий, утвержденных программой «Приморец», требуется обратиться в один из 131 офиса Сбербанка на территории Приморского края, оформить заявление. Мы оперативно в течение 3-5 дней выпустим карточку, и можно будет ее получить. На начальном этапе пользоваться картой можно будет для безналичной оплаты товаров и услуг со скидками в организациях-партнерах, например, банковской сферы, здравоохранения, торговли, услуг. С января 2020 года на карту будут перечисляться и социальные выплаты, положенные владельцу. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.